Друзья, следующая песенка, непростая песенка, а чудесная. Лядова Давидович Драгунский и финалистка конкурса «Ты супер» на НТВ, участница вот этого грандиозного проекта, но и наша звездочка, друзья, Василина Пономарева, «Улан-Удэ». Ах, эти косички, друзья! Что за прелесть, это песенка. В ней есть место поцелуям, шуткам и словам, вне простор моим мечтам. Когда вечерний час, с учебы я спешу домой, свою семью. Я эту песенку, друзья, с большой охотою всегда пою, всегда пою. Мотив один и тот же, тан-тар-дан-тар-дан-тар-дан-тар, лара-па-парам. Что за прелесть, это песенка. В ней есть место поцелуям, шуткам и словам, вне простор моим мечтам. Ее поют друзья, приятели и старики, и молодежь. И тут ты хочешь или не хочешь, обязательно ее поешь, всегда поешь. Вот чудо песенка, ее не трудно спеть. И вот сейчас я вам советую, ведь жизнь идет, летят года. Не расставайтесь никогда, вы с песней этою и пойте все. И когда надо, и не надо, в жаркий день, в час прохлады, без народа, при народе, в саду или в огороде, пойте! Василина Пономарёва, «Улан-Удэ».